У нас нету урны, если что, на погибель. Да, пойдем. Анфрой должен быть, не? А, кстати, да, у Паши есть же. По-моему, две штуки целых. Паша, у тебя есть урна? А, погибель. Все, заебись. Все. Охуенно. Так, ну все равно идем через верх, типа, в принципе, что так, что так. Шаманы, определитесь, кто дает мили хосту, кто дает РДД хосту тотема. Да, между собой шаманы, определитесь. А, я даю... Заклинание участников. У меня получается РДД? Поставь мили. Давайте, поднимайтесь наверх. Защищать, поднимай. Пол имеет крестик. Угу. Ебать, там комбат крутит. Стойте здесь, за танком идите, я трэш буду вам приводить понемногу. Да, бегемошек с контроля дайте по нему. Ната, ставь тотем на мили хосту. Неистов 100 ветров. А я думал, знаю, как называется тотем. Я только что сказал. Вайт, поставь этот тотем на милик. Она не шарит. У меня стоит тотем гнева воздуха. Не сказал, неистов 100 ветров он называется. Да? Неистов 100 ветров тотем называется. Ребят, мне надо макрос переделать. Да, поставь ты, я сейчас там буду искать 3 часа. Я потом это... Паладин, дай из гнев небес. Макрос, я не могу никого не хильнуть. Ух ты ж, блядь. Рога, а пусть когда вижу. Аккуратно. Дай прохилить. Так, хотите, можем по фану закрыть вот всех боссов. Хотите, можем снять вот only токены. Давай сначала печеньки, потом, если время останется, пойдем скрывать. Хорошо. Без кольцо разорвать, ребята. 500 голды продаем. Без кольцо. Давайте, подходите, можете уже выходить, а Грома брал, подходите. Паладин, рываешься в пачку, даешь свой гнев небес. Угу, хорошо. Ну токены так токены. Здесь кроме токенов в этой каре нехуй ловить. Ну там тринки максимум, долгонок какой-нибудь. Мое дело предложить просто пойти. Я долгонок хочу. Нет, давай по токенам пробежимся. Посмотрим для начала, что у нас статик все представляет. Потом уже ради фана можно будет закрывать. Ебать в рот. Не, ну еще этого. Нато, он убивается в любом случае. Да. Не переживай, Суо Долгонога. Да. Я переживаю, вдруг не убивает. Да. Заливаем баф, который сагрелись, инфо аккуратно. Блять. Это не я, если что. Ничего страшного, все равно он быстро падает тут. У некоторых мобов таунт не работает, если все на вас, подбегите к танку забрать.
аккуратно, сколько там больше не будет. Жди. Страж скипать не будем, если вдруг упадем, чтобы можно было добежать. Блядь, привидение уже сам не платит сюда. Проходите в комнату. Хотите, можно сразу зайти погибель убить. Чтоб потом не возвращаться сюда. Все. Ну там хорошо идти, почему бы и нет. Так, заходим. Тут в танк не нужен. Босс очень простой, есть две фазы. Наземная, взлетная, наземная фаза. Босс ставится к вам боком. Под боссом разливается лужа. Мелики с нее желательно в ней не стоять. Те, кто умеют стакать и не получать урон. РДшники, вы стоите на РНЖ. В какой-то момент она будет давать пиромант на трех человек. Эти три человека должны зайти под босса. Пиромант дает увеличение урона на вроде на 75%. И под это первую пиромантию сдается Гера. Ты в танке был? Ну давай для танков. Зуб. Так, у нас ты Ромаха в ДЦ или в Холике? Я в ДЦ. Хорошо. Первое дыхание я сейвлюсь, второе дыхание просто захилить, на третье дыхание ластовое даешь у меня зубы, я прожимаюсь. Анонсишь? Да, я все буду анонсить с метками, все. Она взлетает, три человека, которые словили пироман, получают контроль. Когда человек сбивается контроль, под ним появляется фиолетовая лужа, в которую нельзя заходить, потому что утаете урон. Также с этой лужи появляются мобы. Мобов никто не играет, пока офтанк протвар их не соберет. Так. Мах отвечает за шип. Сова отвечает за смерч. Кто у нас еще? Два шамана отвечают за лягушки. Лок. Ну, локу похуй, он ничего не сможет сделать. Ну и приз зафир. Смотрите внимательно, я буду давать анонс, кого первого раз контроливаем. В смысле, лок ничего не мог сделать? Фир, да. Все, не без обид. Фир. И все, и так. И надеемся, что у нас будет две взлетки. Сейчас попробуем, потестим, что у нас себя представляет. Так. Рыба будет? Бля, ладно. Серёг, поставишь рыбу или мне загонять, взять? Я поставлю. Рыбу. Рыбу. Сейчас вроде, мне две штучки есть, давай поставлю, а потом, если что, еще возьму. Угу. Так, ну, ешьте все рыбу. Не поставил. Рыба, ты так хищетрый. Пал, поменяй ауру коня на ауру, на третью ауру, либо на ауру брони, одной из трех. Вообще лучше для РДД. Все хорошо, арис течение есть, хорошо. Пал, ты понял тактику или нет? Потому что первый раз тут. Если что-то непонятно, да, спроси. Пал, да. Если ты, Пал, что-то не понял, спроси, я все объясню еще раз. Как замили. Объясни, как расконтроливать, вот что. Вот, она взлетает, спустя 2 секунды она берет под МК. Как расконтроливать? На 7%. Мы медленно, очень там вешаем дотки, типа, не критовыми, нихуя не бьем. На 7-10% контроль спадает. Нужно аккуратно, медленно сбивать. Я буду относить, кого сбиваем. Не спеша, без каких проков. Можно даже просто палкой подойти, пиздить. Просто
вывести из контроля. На 10%, 15%, 7%, там, не знаю, по-разному у всех сбивается контроль. Эту цель нужно будет сразу моментально прохилить. Если не прохиливается, она умирает с подлужей. Все. Типа, проблем нету, главное аккуратненько расконтролить, никого не убить и трэш собрать. Все, даю арчан на готовность, на понимание, если готовы. Анфрой, давай, иди запускай. Все, через 30 секунд она приземлится, держу к вам боком, аккуратно смотрим. За умом нам смотрим, что летает. Все, шмара прилетела. Блять, я сказал, не спешите. Сейчас я разверну, дайте поставить. Все, прохилили все в танках. Скоро будет под боссом появляться угли. А, еще здесь есть АУЕ урон. Нужно его будет тоже прохиливать. Вот сейчас он прохилит. Под боссом угли появились, милики, смотрим внимательно. Урон большой не лутаем. Видите, просаживают. Саживайтесь, выходите. Грайд прохилить. Да, проебался. За ГТК захилите. Мельки, выйдите. Получайте много урона, выйдите пока. Не понял, Ретрик умер. АУЕ прохилить. Вот смотри, Рогу можно оставить, чтобы он стоял бил. Один хил на тебе, второй на Роге. Ну, метки, метки, лоб. Ассулин, бегемошек, славикол. Так, первое выводим Рогу. Бегемош. Рога под босса, подойди. Да. Так, по бегемошексу, стоп флот, по бегемошексу амнезия даешь шип. Тяночка леча, даешь лягушку по лови койл. Без никаких АУЕ, без дот, без нихуя. Да, листу. Все, она взлетела. Приготовились давать контроль. Так, раздали контроли. Быстрее, раздали контроли. Рогу я к вам грипаю. Дайте контроли. Шип. Да, ловику его дала. А по бегемошке там кто-то контроль даст, нет? Амнезия, дай шип по бегемошке. Выводим Рогу, аккуратно, медленно, никуда не спеша. Мне так, блядь, а почему я один играю в Рогу? Мята, вы слову не за контроль, блядь. Понял. Почему я не видел ни одного шипа? Она шипует. Ты не понимаешь, что ты шипуешь форму совы, только просто она, как сказать тебе, она не отображается. Ты зачем шипуешь сову, я не понимаю. Я дала один шип, пошла играть по контроллеру. Бегемошек, меня знаю. В овцу нельзя превратить, ребята. Вот именно. Блять, точно. Короче, когда она взлетает, снимай себя облик. Я забыл, блядь, что нельзя контролить в обликах. Блять. А я еще и фласки забыл, окаменение, ребят. Да, кстати, есть же фласки. Короче, просто снимаешь облик. Как она только взлетит, снимаешь облик, что тебя законтролить можно было. Что-то сейчас вообще прям, блядь. Рогу бил я один, это первое. Второе, когда мы бьем погибель, паладину не надо туда идти. На Роге один хил сидит, второй на танке.
И все, по сути. Контроль раздали, Рогу убили. Там, если он в принципе, он может бить, там только что выходить его. Он там же угли стаки вешают, там немного приятно. Не, да, то, ну, если вам будет легче хилам, то, Редрик, ты на земную фазу просто стоишь и чилишь. Так он, ему по факту надо просто стоять, ему не надо туда заходить. У него 11к ДПС. У Роги 22. Соответственно, Рога 100% стоит на погибели, и на нем хил. Так, подходи, будем флэрбафаться. Так. А, вы решили прибежать, окей. Софа, ты здесь? Она туда зашла. Софа, амнезия. Дай признаки жизни. Она вроде что-то делает, но я не понимаю. Что-то она молчит, да. Софа. Прием. Нет, ты молчишь. Вот сейчас слышно? Да. Я всегда с вами разговаривал. Да, молчал, да. Молчу. Я уже думал, что все. Якобы, могу я сову превратить? Оказывается, вы меня все время не слушали. Вы не слышали. Я говорю, невосприимчивость. Я вот как косты у него, тупо невосприимчивость идет. А ты не догадалась-то, что это сова? А я знала, я вам говорила еще перед началом, когда ты мне сказал, что я буду кота превращать. В итоге я все это время говорила, я думаю, что вы меня перебиваете? Или а в лягушку можно вообще превращать в сову, не? Да. Нет. Давайте тогда я в лягушку в сову буду превращать. Нет. Нельзя, ребят, вы... Ну, оно уже не пошло. В смысле? Сову только может свернуть лок, и я. То мы делаем как? Сова, это как только видишь, что босс летает, выключает... Я понял. Мы не будем ебать мозг с этими... Вот. Ну, то было так, что неприятно, что типа и лок, и сова, два контроллера типа сразу попались. Тут стан пала, фир лока, сало от ДК, фир... Я в контроле был, я бы фирнул. Сало от ДК, сало от шаманов. Больше, ну, анфрой может быть, от Роги Блайнд, больше никто, ни шипы, ни... Рога, лок... Серега, иди сюда, ставь это, жрачку в панель. Давайте хаваем рыбу, фулл ребафт. А, Приста, друид, лапку. Угу, хорошо. Ешьте все рыбу. Да, покаяние канает. Главное лишь бы... Паладин, можешь побить до появления лужи. После чего уходи и просто стой. Но лучше всего просто дать стан. Нет, если хочешь, смотри, как сделай. Сдай на всяк, можешь прям с пула играть до того, пока не спадет с тебя бабл. Если просто контроль возьмет, там бабл будет плохо. Кстати, можешь... да, бабл сдашь, постоишь да. В луже. Как лужа появится, бабл сдашь. Побьешь бабл, пропадет, выйдешь. Да. Так, все, все готовы. Даю обратный отсчет, отходите все. Если что, это более самый потный босс. Давайте убьем его, убьем нас. Да идите все к совы пока что, чтобы нормально, блядь, улететь. Даю обратно отсчет. Давай, блядь, зачем я этот урну уже активировал, блядь.
Что это за хуйня? Что это за маленький грифон над нами, блядь? А где она? А вон она. Ебать, ты боком стало, блядь. Давайте, наплыл фласку, хорошо, пошли бить. Ауе, пал. Пал опять. Ну, в чем проблема-то, паладин? Блядь, зеленку газ, пускай, слышно, еще. Пизимуса. Не трать пока бар. Так, пускай поживет. Да. Ничего страшного, отпал в первый раз, простите. 10 раз закрою, а второй раз уже будет не заниматься. Можно ГДКшника? Ассалин, амнезия, анафрой зашли, выводим первого анафроя, Ассалина контролит лог, ферряет амнезию, контролит сова. Ассалин, ждешь этот плащ теней? Да, вот можешь прямо сейчас его сдать, чтобы мы всех пожираем. Пока Геру не сдаем, зайдем на вторую взетку, чтобы там ее, она была тут. А, уже была, понял, хорошо. А, да? Все, хорошо, хорошо. Что? Ты ж, сука. Это что сейчас было? Мах сорвал. На секунду. Хорошего. Все, она взлетела. Отошли все. Привет. Давайте, выводим. Зачем вы Вара законтролили? Сказал, что Вара не контролим. Ну, выбейте меня или что? Давай это. Выбиваем Вара, выбиваем Вара. Я бегу. Фир. А, походу, что-то я делаю. А, все. Даю сало. Магу. Законтрольте мага, да. Еще раз дайте контроль по магу. Бля, мне сало цивичи. Прилив сил. Ой, за что? А, это? Контроль по мне, контроль, контроль. Дайте контроль помогу. Контроль обновите помогу. Нужно анфроя выводить. Давайте, нужно поактивнее. Сейчас убьете его. Да не убьют контроль, меня. Контроль, контроль. Обновите контроль. Контроль. А рогу там можно закончить, не? Контроль, контроль. Класс. Я не слышу. А чё так это, урона-то нету вообще у нас? Выходи. Мага выводим. Мага выводим. Варчик, готовься собирать. Зал Т4 похилит. А у нас силок минус, короче, падаем. Минус трое. Меня очень долго били, прям вообще очень долго. Падаем, падаем. Босс не босс не проблемный, контроль очень долго раздаете, очень долго. У меня раз я 4 вот... сопротивления прошло по роге. Я его сколько мог, столько стоял, в панику кидал. Ну, рога там вообще никого не бьет. Тамах по полпати вырезал. Ну, я там всех вспышкой и стрелами тем более. Как стрелы кастанула, сразу полетел. Ок. Вот просто понимаете, я вот не вижу проблемы в том, чтобы, допустим, шаман кидал лягушку на это на мага. Прилетело две лягушки в меня. Зачем? Вместо того, чтобы бить меня, вы мне кидаете контроль. Часто очень долго выводили. Ну, мне не было сказано, кому контроль, поэтому контролила
Наташа, тебе не надо говорить. Ребята, блин, вам же сказали, кого выбивать первым. Первым выбиваете меня. Вы кидаете мне контроль. Фир что-то там кинули. Этот, две лягушки. Фир я один раз массовый был. Да, там один массовый был, да. Вы немного прислушиваетесь. Тут это босс, не сложный. Просто аккуратненько контроли пораздавать, и все будет гуд. Ты говори, в кого всем играть. Он говорил. Я даже сказал, как кого законтролить и в кого сыграть. Ты кипиша много, народ, соберитесь, успокойтесь, боже. Потому что какие-то фиры пошли, какие-то контроли жабы пошли в ту цель, которую мы играем. Народ, успокойтесь. Ну, здесь два варианта. Либо Наташа дала лягушку, либо Void Wave. Ну, мне кажется, что это Наташа была. Да, дали две. Народ, давайте, собрались. Успокоились, кто нервничает, все нормально. Его пару раз побить, все будет охуенно. В меня и Void кинул, и... Ну, вам надо будет контролить? Мне скажут, кого контролить, я с контролем, а так я больше не буду. Окей, Наташа, хочешь контроль и будешь контролить, окей. Так, дайте фулл ребаф. Поставь Серега рыбу. И поешьте рыбу, все, давайте ребафаем все. Успокойтесь, слишком много кипиша лишнего. Слишком много. Много ненужных движений. Паладин у нас падает. Давайте собрались. Паладин, дорогой. Смотри. Ты стоишь под боссом. Вот только, как видишь, под тобой появляется черная такая лужа, ты сразу же сдаешь бабл и дамажишь. Потом, как только видишь, что бабл начинает у тебя спадать, ты выходишь с мили-зоны. Все. Вот все, что от тебя требуется на этом боссе. Вот так дамажит, в принципе. Да, снимите, наверное, баф престовский, который защита от темной магии. Снимите, да, поснимайте все на всех пожарный. Поснимите все престовский баф на темную магию. А зачем его бафал? Походу. Почему Серега промахивался? Так. Его вроде нету. Да Йорча на готовность. Алина, ребафните, у него нету этой лапки. А Алина, дайте лапку. Все, готово. Все, Анфрой. Хорошо, Анфрой, давай, запускай. Анфрой, я метку. Я еще знаю. У нас идет как приоритет? Идет приоритет на тех, кто умеет контролить, чтобы не было никакого кипиша, там, масферы, не за контроль или еще какая-то ебатня. Так, в принципе, все хорошо. И да, не врывайтесь раньше времени в босса, чтобы прямо формально поставить. Вообще было похуенно. Где она? Блять, ебать там. Напугаю флоска юзера, далее пошли бить босса. Босс насрал по себе, пал бабл. Молодец, красавчик. Как только видишь, что бабл кончается, выходи. Не лутай лишний урон, не напрягай хилов. Рогу прохили. Воу. Так. Ауе, 5 секунд. Готовьтесь прохиливать. Заподнимите райд на фул. Прохилить. Танка на фул подним. Рога, Шмах и Шаман зашли. Так, первый раз контролируем мага. В Шаман Хершам даешь втяночку лича лягушку. А Селина, сова, с тебя контроль.
Давайте пиздим. Блядь, чё разворачиваюсь? Давайте первым выбьем это, Рогу. А Соленыч, не забудь плащ. Мне не нравится шумах у нас как-то, блядь, то, когда он, сука, в контроле должен быть, он вбегает. А вот магу лягушку кидайте, все. Две лягушки у нас есть. Окей, тогда все. Да не, у нас один шаман в контроле, один. Одна я лягушка. Шамана за контролем. Вот. Понял? Паладин, дашь этот покаяние на этого? Сривовро. Выбежали. Те, кто метки, дали контроль. Те, тяночка, лича, контроля. Ну давайте выводим Рогу, окей. Мага, потом Берни. Выводим аккуратно. Все, вывели. Прохилить. Давайте хорошо. Шаман на следующем. Стоп. Она после второй начнет, потому что у нас минус один по шаману. Давайте понемногу можем выводить. Вот так слегка. Вот, все, вывели. Шаман, выйди служи. Что сказал? После выхода с контроля. Так. Заливаем трэш. Дайте бар по амнезии. Все хорошо. Босс опустился. Блядь, что нахуй? Что за хуйня? Все, после трэша пошли фул по боссу. А по амнезии не минимальный ребаф. Наташа, вставай, если есть. Нет, она давала на прошлом трае. Стоп, лишний флот. Приготовили сейчас АУЕ, прохилит рейд. Я игру просто сорвала. Да. За игроком следить надо. Да я следил, у меня и инвиз, и все в ТД было. Стоп, флот, не следите, да, давайте. Так, АУЕ Рогу надо же это. Рогу вернуть надо. А уже КД Бэрнс, КД? Бэрнс, да. Давайте пиздим так нормально пока. Как раз потренируемся. А не, танк избавило, падайте. Да падайте, зачем? У вас минус четверо, давай. Быстрее начнем. Диван дай. Тунчик, у меня вопрос такой. У тебя есть саппорт? У кого? У тебя саппорт есть? Мне не нужен, у меня зеленки откатываются на первую и третью. Мне он, в принципе, здесь не нужен. Я просто немного провтыкал сожжение. Да падай. Так не могу. Что, не может попасть по тебе? Все, попало. Ну, саппорт как бы меньше урона по тебе проходит от дыхания этого, блядь. Зелёнка его полностью съедает, вот в чём прикол. Я только что вот два трая тестил, что зелёнка полностью съедает, а если подключу, там я вообще ноль урона получаю от сожжения. Мне просто главное не проебаться и аккуратненько всё с дыханием провернуть. Типа выходит, первое дыхание сдаю зелёнку, не ловлю дебаф, второе дыхание дебаф, и на третье снова сдаю зелёнку, и мне похуй. Главное, из луж выбегайте, когда вас расконтроливают. Да, потому что я делал акцент на этом. Давайте еще раз повторю. Когда вас взяли в контроль, там вы можете пока почилить. Только видите, что вас убивают с контроля, приготовились убегать с лужи, потому что под вами моментально появляется лужа фиолетовая. Если вы с нее не выходите, первых два тика она ничего не делает, второй тик она вас шотает. Бьет она вроде что-то аж по 12 тысяч. Так что давайте, собрались, убили эту шмару. А как мага убили вначале? Агро. А маг что лежал? Агро срывал. То у аркана такой срыв агра, бля, или что это нахуй? Хер знает. Надо было инвиз завязать. У меня, блядь, копии в КД были, инвиз в КД, потом все-таки набрала опять агро, что за бред, не знаю. Чё-то сегодня, походу... А ну-ка, можно твой билд чекну. Так, таланты.
Мне изначально сказали, что мне надо искусственные чары вкачивать. О, даже ты написал это. Ну так правильно, у тебя, смотри, сука, там снижает агро на 20%. Это один раз. А второй не помню, сука. 40% или на сколько? Или на 30%. Ей этот талант вообще. Кто-то говорит, что он мне не нужен. Своим следить. Этот талант нихуя не дает. Профитнее качать другой талант. Найдите, ну да, зато зашибись лицом в пол лежать почти весь бой, да? Вообще супер, блядь. Просто найдите топовых магов на метасирусе и посмотрите в них билды. Ну, топовые маги ходят с топовыми танками, которых вы сорвешь. Понял. Даже при 4-5 там танки такое агро набирают, блядь. Там буквально сколько? 30 секунд боя, блядь, они уже 200 тысяч агро набрали. Кто столько наберет? Ребята, давайте побыстрее как-нибудь. Так. Все поели, все пробафались, давайте поехали уже. Тяночка, ассалин, все, готово, запускай. Скоро будет лужа под боссом, а у я потереть лужу. Дал зеленку. Так, рейд прохилить, рогу не уронить. Жался ключ прохилить, рогу не уронить. Я же говорю, не уроните там. Я уже и прожался. Падайте. Не, нахуй, давайте пропустим его, скипнем пизду. Да, давайте потом его и убьем. Я тебе говорю, выпей, блядь, просто сопрот. Хорошо, у тебя зеленка от дыхания типа спасает. Вопросов нет, ты стоишь по КД в луже, по КД. Это тоже, блядь, урон. Или я не прав, может, или что? Если хилам сложно, вопросов ноль, типа, ну, обычно должно такое проходить, там, 8 тысяч. Для танка это, в принципе, мало. Ну, окей, давайте сопротивление. Но это лишний урон. Да, let's go тогда, пойдем смотрителя убьем, пойдем дальше. Сейчас с макросом разобрал. Надо подождать. Я не знаю, я еще когда в инвиз ухожу, у меня просто ДПС теряется. Понимаешь, тут не в ДПСе дело. Тут я просто понимаю. Выполнить механику. Рога здесь дает столько ДПСа, что хватит как минимум на троих. Идем налево все. Я пока не могу прочитать это заклинание. Оба сагрили. Давайте просто бежим, он сам отвалится. А сейчас сдохнем.
А если сдохнем, будет не холосо. Мне реально талант качать, потому что это в каждом рейде так получается. Хотя бы одной козыки. Антроспеки с танками нужно три вот этой темы. Я так понимаю, до КФК? Заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, вернулся, извиняюсь. Заливаем. Возьмите. Рогу лестницу сначала. Подожди. Я не спешу, я желаю лестницу Рогу. Бегемошек, сможешь обратно вы, да? Первый у нас самый интересный. У танка зафризило. Повисли? Да, у меня тоже повисло.
Я рыбу поставил. Что это, заметочки прикольные такие? Ну, типа, где руны будут появляться? Приблизительно хотя бы. А, я понял. Что за что? Так. Так, 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 так. У нас три милишника, вот это, конечно, херово. Ничего. Это похуй. Это вообще похуй. Так. Интересно. Смотрите на каждом, это метка. Приблизительно со своей... Тусуйтесь рядом, это... чтобы закрыть руну. Да, да, конечно, у тебя одной метки не хватает, но ничем. Так. Арни танчится вот здесь, как раз за желтой звездой. Он танчится вокруг черепа. Лик танчится в своей метке крестики. Так, так. Пон 21, самый простой. Это робот с ядами. Вы стоите все... черепе, это касается и миликов, и ардедачников, и хилов, бегает только один танк. Воет по кругу у вас босса. Два шамана, ставите тотемное ощущение, он вас диспелит, а танка желательно точечно, потому что не будет тотем доставать или нет, смотрите внимательно. Так, смотрим, второй по активации может быть шелик, что арни. Тактика на лихта 160 и такая. Босс ставится в крестик, он дает косты электроразряда, каст безобидный, от вас требуется, что вы стояли на РНЖ. Также вешается на кого-то из рейда проводник, это та самая херня, которая бьет по АУЕ под собой. Ваша задача стоять на РНЖ 10. Призыв нестабильной энергии появляется сфера, которую нужно залить. Тот, кто последний ее ударит, чей каз будет убийственным, тот получает у себя на экране стабильная энергия. Это тот самый каз, который мы сбиваем аннигиляцию. Аннигиляция кастуется буквально каждых 20 секунд. Вот. У нас должно все... О, да, у кого дух не показывает, там уже проверяли, вам скинули макрос в Discord. Арни, босс танчится спиной звезде, есть 6 рун, которые нужно закрывать. Вот, РДДшников поставим, треугольник, полумесяц, квадрат, это у нас вот кто РДДшник, так раз. Два. Это у нас полумесяц. Ага. А может мы Асалина поставим в звезду? Пускай стоит. Пускай босса тулит в жопу. Ну, смотри, где поставили крестик. Там обычно как бы это танкуется. С этим учетом я и поставил луну на него. Что он рядом с боссом будет. Тут фразу можно ставить. Ну окей, если ты уже так расставил, то пускай уже будет так, тогда я с него уберу, а на этого поставлю. Тогда я Арни танчу в крестике, а Лихта танчу жопой к звезде. Босс простой, ничего сложного нет, только когда я скажу Еру, тогда Еру. Самые проблемы тут и Лихт, пожалуйста. Смотрим, внимательно соблюдаем ренжу мелики. Проводник молнии взяли ренжу между собой. Можете два мелика убежать. Либо убегает тот милик, на котором проводник. Если проводник на дороге, то два милика отбегают. Если на ком-то из вторых миликов, милик, на котором проводник, убегает от рейда.
сферы, вот, кто уверен в себе, что будет нормально сбивать косты, пожалуйста, забирайте. Те, кто не уверен и ни разу этим не занимались, так смотрите внимательно, подбивайте. ХП у босса, ХП у сферы начинает заканчиваться, вы стопаете урон, продолжаете втулить в босса. Даю рычана готовность, понимание. Руны закрывайте, пожалуйста, только обязательно все. Вот вы стоите по своих метках, РДДшники и милики. Только я сказал, руны появляются, вы стали свои метки, приготовились закрывать руны. Ты проверь на метке РЧ, дай, кто сделал. То вдруг половина молчит просто. РЧ на метке, кто с меток, что не понял? Все ли метки, запомни, где стоят. Хилов же касается, да? Проверьте еще раз макрос, что стоит на панельке. Да. Когда убьем сферу, будет назван ник, соответственно, нужно прожать макрос и все. Да. Первое, главное проебать первую сферу. На второй сфере там уже по два человека с бафом, в три там по-разному. Да. Все, давайте, даю обратный отсчет. Первый у нас пон, все стоите в черепке, все. Первый у нас простой, достаточно. Дайте набрать агро, поставить для начала, потому что я уже предвкушаю мах такой, дайте набрать агро. Да, в это. Серег, встань череп. По всем. Я забыл то, что он с ядом. Василиныч, перед лицом можешь бегать. Да. Если только побил. Так, что без лишнего урона, что ты удал. А, и босс переводится на каждый 33%. Это 66, 33 и так дальше. Чё, далеко увел. Не достаю даже. Ну, сейчас подведу. Вроде должно, но ладно. Сейчас. Это там очищение. Не вижу, когда нелегкий самый первый. Так. Приготовились. 2% переводки. Так, второй у нас активировался Арни. Так, дайте набрать агро, поставить. Не врывайтесь, не врывайтесь, не врывайтесь. Бьем босса, Геру дали. Стали в свои метки, пиздим. Руны 3 секунды появились, встали в свои метки, приготовились закрывать. Руны появились, закрыли руны. Не закрыли. Прохилить, блять. Руны приготовились, смотрим внимательно. Руны появились. Право еще закройте. Закрыли. Амнезию прохилить, амнезию захилить. Угу. Давайте 6%, не 7%, давайте добиваем. Руны еще будут, еще одни руны будут. 2 секунды до рун приготовились. Руны. Вышел, нет рун. Блядь, забираю. Возьмите ренжу. Блять, иди сюда, сука. Сфера появилась, пошли все по сфере. По сферке. Угу. Скоро будет аннигиляция. С этого коста. Аннигиляция. Нельзя, приготовь. Давай, нельзя, макрос нажми. Макрос нажми. Хорошо. Все. Сферу заливаем, в танке сфера. Асалин, приготовься. Блять.
Сбиваю. Бей. Тыкай макрос. Плюс один. Все, он сбил. Хорошо, сферу дальше и бежаем. Здесь по сферу. Он прой. Анфрой сбей. Анфрой сбивает сейчас, хорошо. Все, можно просто добивать, там у его койла еще есть. Да. Все, можете на сферы болт забить, играйте фул по боссу. Бля, чуть. Так, мы идем по концу, там я буду кидать на ролл через себя, окей? Потом. Потому что сдали ты 4, может кто-то свое прожал, и через 100 типа и не шутнул. Меня шутнуло, так что нормально. Ну, одного, типа, да, это еще хорошо, нам еще прокатило. Отказывает, отказывается просто, да? А, все. Да, 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 да. Ой, что-то когда у меня хп мало было, что-то я засала щитки, нажала, и в итоге ману все просрала. Ну что, сейчас копытин, да? Сразу говорю, на собой не ругайтесь. А? Так. Открываем телепорт, идем дальше.